Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора, хранения и транспортировки крови, плазмы и сыворотки. И стерильные медицинские двухсторонние иглы одноразового применения. Особенность вакуумных систем, производства которых мы начинаем, в том, что при заборе крови у пациента полностью включен контакт с медицинским работником. Это дает 100% гарантию безопасности как пациенту, так и медицинскому работнику. А значит, инцидентов, подобных тому, когда в нашей области дети были заражены ВИЧ-инфекцией, или когда врачи заразились от пациента КГЛ, больше не произойдет. Продукция нового предприятия настолько востребована, что уже сегодня Экофарм Интернешнл имеет договоры на поставку своего товара сроком на 7 лет. Дело в том, что подобного производства пока нет не только в Казахстане, но и ни в одной стране постсоветского пространства. В нашу страну эти вакуумные пробирки до сих пор завозили из стран дальнего зарубежья. Теперь наши вакуумные системы по качеству не уступят лучшим зарубежным аналогам, а по цене будут почти в два раза дешевле. Преимущество открытия в области нового фармпроизводства отметил и руководитель областного управления здравоохранения Жумагали Исмаилов. Это сокращение сроков, это максимальное сокращение пребывания больного. Это безопасность своего биологического материала, то есть это отсутствие внешних каких-либо воздействий. Все это, в первую очередь, обеспечивает чистоту исследования. Поэтому со всех совокупностей эти позитивные моменты, конечно, они будут отражаться на качестве медицинских услуг. Глава области Аскар Мырзахметов увидел в открытии нового производства большие перспективы по импортозамещению казахстанской продукции и укреплению позиции страны на зарубежных рынках. Мы думаем, что, учитывая конкурентоспособность этого производства, продукция будет поставляться также на экспорт и, прежде всего, конечно, в рамках таможенного союза. Общая стоимость предприятия, по данным его владельцев, составила 2 миллиарда 330 миллионов тенге. Из них 660 миллионов для открытия производства выделено государством через фонд «Даму». Единственная проблема, которая пока существует на предприятии – нехватка собственных кадров. Но и эту проблему здесь обещают решить в ближайшие полгода. Ирина Притула, Бахадыр Тажибаев, Платон Леденев, информационная служба телекомпании ОТРАР.